Читатели центральной библиотеки в Африке. Туда их отправили сотрудники, причем бесплатно. Жаркий континент соорудили прямо в храме книг. Там открыли выставку «Намибия. Взгляд с севера». Елене Тереховой удалось отведать африканских блюд и даже познакомиться с выходцем из жаркого материка. Барабанная дробь в цвете черно-белого трио. Колдовство над африканскими ударными совершает сборная музыкантов из России и Конго. Стерваля Татама рассказывает, в этот ритм он уже врос. У чернокожих музыка в крови. Он полтора года как в разлуке со своей страной Конго, ровно столько же живет в России. Но ей удивляться не перестает, все время сравнивает со своей родиной. Когда мы были в Африку, но другие люди наши сказали, но... В России, но нету людей симпатичных, но вот они плохие. А я сам живу сейчас здесь, в России. Я вижу это по-другому. Но здесь, в России, но тоже есть хорошие люди и плохие люди. Как в семье, так. И вот сегодня знакомец с тагильской культурой в библиотеке не может пройти мимо фотовыставки. На снимках много мест, на которые не расступал. Но много в этих фото говорит и от старой культуры. Девушка без одежды. Но это наша культура также была. Но раньше много девушек, они не одеваются с платьей. Но вот... А сейчас уже по-другому. Об этом знает и автор выставки Ольга Тихомирова. Все эти 20 фотографий снимали ее руки. На них давняя мечта женщины. С детства мы говорили, не ходите, дети, в Африку гулять. Оказывается, даже такую заветную мечту можно исполнить, не будучи миллионером. Нужно просто собраться и улететь. И путешествие по Африке, конечно, впечатлений привезли массу. Вот этими двумя десятками фотографий эти впечатления не передать. С выставки и началась «Африка в библиотеке». Сотрудники Центральной захотели расширить работу отдела литературы на иностранном языке. Съездили в Екатеринбург, чтобы набраться опыта, и встретили Ольгу Тихомирову. Помимо фото, дух жаркого континента создавали масками, картинами и даже блюдами. Гостям приглянулась Баботи – мясная запеканка. Надо сказать, африканскую пищу, если Египет считать Африкой, то мы уже пробовали. Ну, в принципе, нам и там понравилось, это острое, лук там достаточно. Мясо похоже даже как бы на наши уральские, ну не знаю, шанишки, наверное. Континент Африка еще долго не растает в Центральной библиотеке. Тур для тагильчан продлили как минимум до конца марта. Елена Терехова, Павел Охотников, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле».